Итак, разбираем нашу шишигу. Заранее протягиваем те места, которые трогать мы не будем. Это, например, мосты. Вот видите, все у нас здесь бегает. Ничего не докручено. Вот сейчас все, значит, снимаем, перекручиваем, подкручиваем, отворачиваем винтик здесь и здесь. Потом снимаем кузов. Вот так вот у нас шишига выглядит без кузова. Так, далее отщелкиваем кабину, снимаем аккумулятор и разбираем дальше. Так, сняли аккумулятор. Теперь разворачиваем вот эту вот верхнюю пластмасску. Так, ее скинули. Теперь отворачиваем плату, отсоединяем серву и сам двигатель. Отвернули, теперь отсоединяем фишки. Так, отсоединили. Теперь открутим, наверное, запаску и ящик, чтобы нам не мешал. Итак, заметьте, что это не отворачивается, а отщелкивается. Вот уши за счет них держатся в распор. Кроме того, сняли стандартный свет. Вот, и теперь снимаем серву. Итак, здесь мы с вами все сняли почти. Осталось снять корпус. Вот. Также сняли тяги. Сейчас снимем этот мусс, заменим один рессорный лист. И крепление кабины вот добавили саморезики, потому что их здесь вообще не было, она просто бегала. Так, скинули передний мост. Вот, сейчас мы с вами меняем рессорину. В комплекте, как я говорил, они есть запасные. Одна выгнута. Вот. Потом все ставим на свое место. И занимаемся уже начинкой. Так, сняли серву. Вот, сейчас отворачиваем вот этот кулак и переставляем на другую серву. Думаем, как закрепить новую серву здесь. Старый поворотный механизм, к сожалению, на серву налазит легко. Вот. То есть проскальзывает и так далее. Может, если затянуть, конечно, каким-то винтиком нормально будет. Но я решил поставить вот такую вот серву. И стандартный с ним в наборе идет вот такой вот фиксатор. Попробуем сюда, может быть, с ручки срезать и с морезиком протянуть и уже накинуть непосредственно нашу рулевую тягу. Попробуем, что получится. Так, сняли почти все, в том числе и кабину отщелкнули. Вот. А теперь спокойно можем устанавливать серву, нам ничего не мешает. Вот сначала соберем, наверное, внутренности, потом займемся лицом. Итак, взяли пустой стержень от гелевой ручки. Сейчас вытаскиваем вот эту вот часть и саморезиком приворачиваем к нашему поворотному механизму. Посмотрим, что получится. Поставим на место, зафиксируем. Так, откусили кусачками то, что нам не надо. Теперь приворачиваем в тягу и к нашей серве. Попробуем, что получится. Итак, это пока все, что нашли под рукой. Поэтому сделали именно так, зафиксировали. Серва хорошо встала. Теперь попробуем накинуть сюда тягу. Итак, вот что у нас с вами получилось. Вроде бы поворачивается все. Конечно, надо было взять другую, где побольше дырок вниз еще идет. На одно звено бы опустить, было бы идеально так. Ну, посмотрим, в принципе. А там видно будет. Так, на этом все, я думаю. Опробуем, когда найду провода, как работает наш серво, наши повороты. Ну а пока, наверное, снимаем бак колеса и, наверное, их покрашу тоже. Вот. Как-то так. На этом все. До новых встреч. Пока.